Теперь новости с юго-востока Украины. Луганская Народная Республика сегодня начала второй этап отвода вооружений калибром до 100 мм. В соответствии с соглашением, которое стороны конфликта парафировали в конце сентября, техника вывозится с линии фронта на расстоянии 15 километров. Процесс фиксируют наблюдатели ОБСЕ и представители совместного центра по контролю и координации. Что касается сил ополчения, провозглашенной Донецкой Республики, то полноценный отвод танков и минометов планируют начать завтра, а сегодня вооружение переместят только с некоторых участков линии соприкосновения, преимущественно на Дебальцевском направлении.